Злой варвар Вован. А мне заебалось на голде играть уже. С восьмерками. Еще пробивать бы кого-то. Ну блин, ну серьезно. Арта не щадит никого. А наша арта уже все. Наша арта уже все. Сейвонечку. 13-5 дурак. Телеком. Ой, давай. Ай, хорошо. Да уходить мне отсюда. Ну а смысл? Помойная арта просто. Благодарен за этот перк. Какой нахуй. Тортильо. Пожалуй, самый душевный изо всех домашних тортов. Сколько праздников, сколько дней рождений он сопровождал. Именно поэтому он есть и остается одним из самых любимых и, мне кажется, никогда не надоест и не выйдет из моды. Простой в приготовлении и невероятно вкусный. Такой тортильо будем готовить сегодня. И если интересно, продолжайте смотреть. Да уходи, 13-5, уходи, браток. Бегай. Беги. Братишка. Братишка, 13-105. Беги, братанчик, 105-й. 105-й, братанчик, беги. Беги, 105-й. Магнит какой-то. Магнит-снаряд у него. Не показалось. А, не попал. Блин, блин, блин. Бураска хочет забрать ростик. А борщ, где вот где борщ стоит, интересно. Он ближе подъехал или там же стоит, куст охраняет. Могу на характере вкатить, конечно. Чисто разменять немножко хп.
Марту засветить. Блин. Ну, ой, блин, это писец какой-то, серьезно. Четыреста урона. Я помогу тебе, братанчик. ЛТ, вот. Вот так вот. Ух ты, сучка. Не, на арту добрать. Арту надо добрать. Зайдем сзаду, если она не на поломках, конечно, играет. Ага, леопардик, крыса, стоит он. Надо сразу леопарда убить. Потом на базу вломиться. Ай-яй-яй-яй. Не-не-не-не, нифига, мой-мой-мой. Сука, мало. Ебся на 300 урона. Ой, дурак, сука, дурак. Я хотел красиво, с тараном, ну как всегда планируешь, а не получается ничего.